Вооружившись канцелярским ножом и отвертками, мужчина взломал вазовскую шестерку и вытащил оттуда всю акустическую систему. Пока он возился в машине, сердобольные оренбуржцы, заметив неладное, вызвали патрульную службу. На месте был задержан гражданин города Оренбурга, ранее судим. На заднем сиденье автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилось краденое. Это акустические колонки, магнитола. На место была вызвана следственно-оперативная группа, где в присутствии понятых краденое было изъято. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Что украл-то? Да откуда я знаю, что там украл?